Устал от того, что донат на серверах очень дорогой? Тебе не нужно платить такие большие деньги, ведь сегодня я тебе покажу приватный способ для получения доната на серверах Minecraft. Сегодня мы затронем сервер Barsmine, но если ты на нем не играешь, тогда ты можешь тоже посмотреть этот ролик. Этот способ работает и на других серверах в Майнкрафте, на любой версии, и на любом сервере, на любом режиме. Реально крутой способ. Также перед началом хотел бы провести конкурс на 3 правителей на проекте Barsmine. Правители стоят 2000 рублей. Для того, чтобы принять участие в данном конкурсе, тебе нужно первое — подписаться на мой YouTube канал, второе — поставить лайк данному видеоролику, ну и третье — в комментариях написать свой никнейм на проекте Barsmine. Достаточно просто. Также хочу сказать, что если мы набираем под этим видеороликом 100 лайков за сутки, вас будет ждать достаточно приятный подарок в описании. Кстати, кое-какой подарок уже есть, но будет еще круче, если мы наберем 100 лайков. Так что прямо сейчас влепи лайк, подпишись на канал, ну а мы переходим к реально крутому приватному способу. Погнали! Для начала заходим в Minecraft и выбираем сервер, на котором хотели бы получить донат. В моем случае ролик я снимаю непосредственно про этот сервер, и захожу я именно на него. Здесь необходимо ввести капчу для регистрации, ну и в принципе зарегистрировать свой аккаунт, так как, ну, я здесь еще не зарегистрирован. Давайте еще раз введем, нет, больше вводить не нужно. Давайте зарегистрируемся, делать это достаточно просто, после чего нам нужно будет выбрать уже, куда же мы пойдем. Я, допустим, давайте пойду на простое выживание, можно и на гриферское сходить, но давайте сегодня зайдем на простое выживание. В принципе, способ ну, не отличается, точно такой же. И смотрите, сразу же видим вот такие огромные цены. Хотелось бы получить себе Моргенштерна, чтобы читать рэп очень круто, но на самом деле, чтобы там могли ломать спавн, прикалываться над игроками и так далее. В принципе, каждому донат нужен для своих различных целей, и я бы хотел сразу же его получить. После того, как мы зашли на сервер, увидели цены, у нас просто вылетели глаза и открылся рот, нам нужно выйти с этого сервера. Нет, не навсегда. Мы получим на нем донат. Без разницы, какой сервер вы будете использовать. В моем случае я Barsmine. Далее мы заходим в сетевую игру и заходим на сервер, IP которого будет в описании. Это не реклама. На сервере действует рекламная акция. За то, что вы заходите, сервер продвигается, и он вам дает донат на серверах Minecraft. В этом и заключается способ. Смотрите, добавляем сервер. IP я оставлю в описании. Ну или же вы можете просто переписать. Смотрите, 251 игрок сейчас получает донат на серверах Minecraft. Ну, ты тоже можешь это сделать. Давайте зайдем на этот сервер. Здесь нам нужно, ну, пройти бот-фильтр, и далее нам нужно будет также точно зарегистрироваться. В принципе, делается это все точно так же. Вводим пароль без каких-либо проблем, и нам нужно пойти именно в портал выживания. Не в какой-либо другой, а именно в выживание. Все, мы зашли, заходим, точнее, зашли все на сервер уже. И теперь что нам нужно сделать? Смотрите, нам теперь нужно ввести одну команду. Но перед началом я покажу, что я обычный игрок, и мой никнейм Зелей Акака. Ну, короче, такой никнейм, довольно прикольный. Мне его придумал подписчик, за что он получил опку на своем любимом сервере Майнкрафте. Если ты хочешь получить все права, то есть опку на своем любимом сервере Майнкрафте от меня, тогда тебе нужно подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях придумать для моего следующего видеоролика интересный, креативный или же смешной никнейм. Самый интересный, креативный или же смешной никнейм попадет в следующий видеоролик, а тот, кто придумал его, получит опку на своем любимом сервере Майнкрафте. Также не забывайте указывать сервер и свой никнейм, на котором вам нужно выдать, в принципе, опку. Все очень просто. Также помните, что можно написать достаточно много никнеймов. Чем больше никнеймов, тем больше шанс у вас победить. Вот. Ну и также, если у вас с креативностью все хорошо, то достаточно все просто. Смотрите, все, переходим к приватной команде. Вводим серверс. Это рекламная акция на многих серверах в Майнкрафте. Funny Game, Mine Bars, Bars Mine, Lucky World, Mine Legacy, Aris Mine, Tesla Craft, Sunrise, Op Mine, Fox MC, Really World. Напишите прямо сейчас в комментариях, чем отличаются Barsmine и Mine Bars. Мне будет очень интересно почитать, Барс тут один владелец или же нет. Реально, прямо сейчас спуститесь в комментарии и напишите. Выбираем Barsmine, тыкаем. И видите, в чат мне написало, даже если я затыкаюсь. Для получения доната вам необходим донат-хелпер за 1 рубль. Вот и рекламная акция, смотрите. На что рассчитывают создатели этого сервера в Майнкрафте? То, что мы здесь будем играть 10 часов. Смотрите, сзади меня табличка. Бесплатный донат
нужно отыграть 10 часов. Но мы с вами немножечко продвинутые, мы не будем с вами играть 10 часов, а воспользуемся реально крутым лайфхаком, который я нашел. Смотрите, мы вводим команду slash donate, выбираем helper. Helper стоит 1 рубль, но это не лайфхак. Нам нужно перейти на сайт. Для этого нажимаем сюда, открываем сайт, давайте переходим на него. Я уже перешел на этот сайт, только что его открыл. И смотрите, нам нужен донат helper. Вот он сразу на главной страничке, мы нажимаем, сюда вводим никнейм. И смотрите, внимательно, введите промокод. Вам нужно ввести в промокод название сервера, на котором вы хотите получить донат. В моем случае BarsMine. То есть я буду оплачивать с BarsMine. Этот промокод дает очень прям... Ну, то есть вы будете первые в очереди на... Потому что там есть очередь в этой команде, потому что много людей хочет получить донат. Вы будете первые в очереди, если вы ведете именно промокод того сервера, на котором вы хотите получить донат. Если на Really World, то промокод RV. На BarsMine BarsMine. Или же BM. Можно сократить этот промокод, и у вас будет преимущество. Сейчас я все оплачу и вернусь на сервер. Я уже все оплатил, и у меня справа префикс игрок. Вот обратите внимание, я, кстати, онлайн повысился достаточно неплохо. Онлайн и так большой был. Люди постепенно заходят, получают донат, пвпшаются. Здесь можно на спавне пвпшиться. Но почему-то, вот я писал в чат, мне донат... Нет, мне донат пришел, все нормально. Я уж испугался, что донат не придет и способ работать не будет. Смотрите, теперь что мы делаем? Мы вводим команду «Servers». Сразу расскажу, как это работает. Смотрите, задержек на команду у меня нет. Ну, потому что вот эта команда без задержек работает достаточно клево, потому что многие сервера делают какие-то задержки. Вообще бессмысленно. Если вы не обманываете, то и не делайте задержки, потому что это тупо. Вот, смотрите. О, у меня префикс справа обновился. Что мы теперь делаем? Теперь мы нажимаем на BarsMine. Если хотим получить. И видите, теперь у нас не вот этот вот текст, типа для получения доната, а теперь у нас текст «Успешно ожидайте, вы в очереди». Так как мы ввели промокод, мы теперь, ну, грубо говоря, там первые в очереди, где-то в 10-е, 7-е, и донат выдается за 30 минут. Но вы скажете, на какой никнейм мне выдастся донат? С такого, с какого вы зашли на этот сервер, точно на такой же никнейм на BarsMine вам выдастся донат. Что вы можете сделать? Вы можете сказать, блин, я там пароль свой спалю. Нет, вы можете использовать на BarsMine один пароль, а на StrixMine, то есть на этом сервере, другой. То есть ваш пароль никто не заберет себе. Здесь, допустим, вы используете там пароль Дима Крутой 123, а на BarsMine используете, допустим, там QWERTY Топ 1234 Bedwars. Вот, то есть разные пароли используете, и все. Ну, то есть никто у вас не заберет пароли. Просто можете не переживать. Такой приватный способ. Команда не будет в описании. Если вы досмотрели до этого момента, вы все увидели. Если вы досмотрели видео до конца, что вам даст преимущество в подарке. Помните, набираем 100 лайков, то будет реально крутой бонус. Кстати, на этом сервере, на одном из режимов, после выхода этого видеоролика, как вы досмотрели, заходите, у нас будет с вами сходка. На этом сервере есть голосовой чат, будет в описании тоже ссылка, как играть с голосовым чатом на этом сервере. Я буду с голосовым чатом, устроим с вами сходку. Помните, 100 лайков набираем, и если вы досмотрели до этого момента, пишите в комментарии слово, давайте, допустим, дерево. Если я увижу, что вы написали дерево, то вам будет приятный подарок. На этом все, с вами был я, Дмитрий, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока, друзья.